здесь показать первенство России по решению шахматных композиций. Сегодня можно зарегистрироваться еще в 8 вечера в первом корпусе, там же была регистрация основных турниров. Вот. Значит, турниры будут проходить вечером, поэтому вы сможете принять участие. Пожалуйста, кто желает сегодня зарегистрироваться? Решение будет там двухходовки, трехходовки, этюды и на выходовке. Это первый такой чемпионат России. Поэтому, кто желает, пожалуйста, сегодня последний день регистрации. Турнир будет проходить завтра и послезавтра.